Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FondCam. На обзоре мультимедийная Steam на базе Android от компании CanBox для Kia Seretta 2. Линейка H-Line 2K с диагональю экрана 9,5 дюймов. Устанавливается в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. По данный автомобиль есть несколько типов рамок. В данном случае у нас вот такая вот рамка. Основная ее часть выполнена из черного такого фактурного пластика. И окантовка из серебристого пластика. И также еще в комплекте идет вот эта заглушка, которая устанавливается в это место, где были кнопки управления штатной магнитолой. Вот так панель автомобиля выглядела до установки. По мультимедийным функциям данная магнитола гораздо более интересная, чем штатная, так как она работает на операционной системе Android, поэтому здесь можно скачивать любое приложение из Play Market и множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Здесь, например, есть эквалайзер для настройки звука. По качеству звука на очень хорошем уровне магнитола, она процессорная. Есть поддержка подключения громкой связи, поддержка подключения Android Auto либо CarPlay. Самые популярные приложения здесь уже предустановлены. Это, конечно же, Яндекс.Навигатор. Работает все достаточно быстро. Поддержка Алисы, конечно, есть. А также здесь уже предустановлены Яндекс.Музыка, интернет-телевидение, Кинопоиск. Данная модель магнитолы достаточно высокого класса. Экран здесь отличного качества, QLED-матрица, высокое разрешение 2K, яркая, насыщенная картинка. Так и по внутреннему железу, тут также все отлично установлен, мощный как основной, так и графический процессор, так и DSP-процессор обработки звука, поэтому работает все максимально быстро, плавно. С коншиной автомобиля магнитола адаптируется, по клану передается информация, например, по климат-контролю, то есть полностью вся информация выводится на экран магнитолы. Уровень обдува, температура водителя, пассажира, все это отображается. Кнопки на мультируле также все функционируют. Управление громкостью и быстрое выключение звука. Кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками переключения треков, ответы, сброс звонка. С подсветкой также адаптировали при переключении габаритов, автоматически регулируется дневной и ночной режимы. И также дублируется информация с центральным дисплеем по радиостанциям. То есть полностью здесь это все отображается. Штатный USB порт подключили и также дополнительно вывели в бардачок автомобиля. Они поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также еще выводится слот под сим-карту для подключения к интернету. Оригинальную камеру заднего вида также подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки вот этих парковочных линий. Обращайтесь к нам в компанию за мультимедийными дооснащениями для вашего автомобиля. Есть решение на практически любой автомобиль, также и на этот автомобиль есть различные варианты мультимедийных систем. Вся подробная информация на нашем сайте, также наши менеджеры всегда готовы вам будут подсказать и подобрать лучший вариант. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого платить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы, и от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!